У нас есть ультрафиолетовые лучи А, которые мы не видим, есть ультрафиолетовые лучи Б. Вот именно ультрафиолетовые лучи Б, они вызывают ожоги, мы видим, ну, загар на коже, а ультрафиолетовые лучи А, они коварны тем, что они способствуют развитию онкологических заболеваний. И они у нас постоянно, поэтому безопасного солнца как такового не существует. Обязательно в первую очередь использовать средства защиты. Обязательно SPF должно быть более 50, то есть от 50 и выше. 20-30 можно использовать в зимнее время, на лицо, на ручки. Значит, наносить средства солнцезащитные нужно за 30 минут до выхода из дома, потому что начинает оно работать в коже только через 30 минут. Если мы нанесли и сразу пошли на улицу, то никакой пользы это защитное средство не принесет. Многие наносят прям вот здесь, да. Вот на нет, пляже. Нет, это неправильно. Смысла в этом нет. И обновлять солнцезащитное средство нужно каждые 2 часа. Угу. И, допустим, если мы нанесли солнцезащитное средство, сходили, покупались, после того, как мы вышли из воды, нужно обязательно обновить наше средство, потому что водой оно все равно смывается. Также что сказать можно про воду. То есть для кожи тоже очень полезно в такую жару, когда мы пьем внутрь воду, потому что потеря влаги идет большая, и кожа пересушивается.